май 1996 года. В график предвыборных поездок по стране президент Ельцин неожиданно включил посещение военного полигона Капустин-Яр. Президенту были показаны образцы новейших ракетных и артиллерийских систем разработки Волгоградского конструкторского бюро «Титан». Но Бориса Ельцина в первую очередь заинтересовали мобильные комплексы для стратегических ядерных ракет. Огромное внимание президент уделил, безусловно, Тополю. Тополю-М имеется в виду, новому Тополю. Огромное внимание президент уделил нашему Искандеру. Очень много внимания президент уделил комплексам ПВО. Президент очень торопился на следующие предвыборные мероприятия. И тогда генеральный конструктор «Титана» Виктор Шурыгин с трудом уговорил представителя Министерства обороны немного задержаться и осмотреть новейший артиллерийский комплекс, созданный для военно-морского флота. Артиллерийский комплекс «Берег» попал на вооружение российского флота случайно. В 1996 году президент России Борис Ельцин просто не заметил нового орудия, а заместитель министра обороны, поддавшийся на уговоры Шурыгина, только из вежливости подошел к этому комплексу. Но когда он увидел «Берег» и лично произвел пробный выстрел, ему все стало ясно. Приказ о принятии на вооружение был подписан на следующий день. Сегодня вы впервые увидите мобильный артиллерийский комплекс «Берег», не имеющий аналогов в мире. «Берег» — это целый поезд из 8-колесных тягачей. Его основное предназначение — уничтожать надводные корабли и поддерживать действия морской пехоты. Артиллерийский спецназ. Первого ноября 1941 года немецкие танковые колонны приблизились к пригороду Севастополя в районе реки Бельбек. План операции «Лов Осетра» предполагал молниеносный захват города. Но ровно в 12 часов 40 минут на фашистов внезапно обрушился огневой удар невиданной мощи. Танковая колонна была практически уничтожена. Так заявили о себе батареи береговой артиллерии Севастополя. Корабельные орудия большого калибра, снятые с крейсеров, были поставлены в башне в Севастополе и держали знаменитую береговую оборону. Во время второго декабрьского штурма Севастополя только против двух береговых батарей капитанов Александера и Лещенко фельдмаршал Манштейн бросил 5 дивизий. 15 января 1942 года. В Берлин рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру. Секретно. На сегодняшний день я вынужден констатировать, что операция «Лов Осетра» затягивается на неопределенное время. Провал второго декабрьского штурма может быть объяснен как нашей недооценкой мощи фортификационных сооружений Севастополя, так и безумным фанатизмом русских моряков. 30-я и 35-я батареи являлись ключом севастопольской обороны. Исключительно удачное расположение батарей позволяло не только отбивать все атаки с суши, но и не давало возможности приблизиться к городу вражеским кораблям. Нацисты ежедневно теряли до 4500 солдат убитыми и ранеными. Береговая артиллерия в структуре береговой обороны военно-морских баз всегда занимала ведущее место. Имея орудия большой дальности стрельбы, имея орудия большого могущества, высокую точность стрельбы, создавала условия, когда враг не мог подойти к нашим базам на достаточно большое расстояние. Специально для уничтожения двух героических батарей в Крым были привезены из Германии огромные пушки «Карл» и «Дора», снаряды которых пробивали 3-метровые бетонные блоки. Один снаряд пушки «Дора» весил 7 тонн. Немецкое командование возлагало большие надежды на это оружие. Однако ни один из тяжелейших снарядов во время битвы за Севастополь так и не попал в цель. Зато несколько точных выстрелов орудий 30-й батареи повредили немецкое чудо-оружие, навсегда похоронив эпоху пушек-монстров. «Дора» и «Карл» были отправлены в Германию. А военным специалистам стало ясно,
что бесконечное увеличение размеров снарядов и пушек больше не имеет смысла. Требовались принципиально новые конструктивные идеи. В конце 40-х годов в Америке начались работы по созданию пушки, стреляющей атомным боезарядом. Но стремительное развитие ракетной техники сделало этот проект бессмысленным. Послевоенные годы советское руководство пришло к пониманию необходимости создания специализированного артиллерийского конструкторского бюро. Весной 1950 года в Сталинграде, при военном заводе «Баррикады», были собраны лучшие специалисты по артиллерийской технике, которые составили костяк будущего ЦКБ «Титан». Важнейшим направлением стала разработка новых орудий специально для береговых батарей. Артиллерия всегда была богом войны. И артиллерия играла роль не только в каких-то локальных конфликтах. Это было стратегическое средство. Она решала значительные задачи. И действительно, несколько береговых орудий сдерживало подход к берегу кораблей и высадку десанта. Летом 1950 года началась война между Южной и Северной Кореей. Каждую из воюющих сторон активно поддерживали главные действующие лица холодной войны – Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. 12 сентября американцы предприняли попытку высадить десант в северокорейском порту Инчхон. Они были уверены в том, что у армии Северной Кореи нет эффективного оружия противодействия морской пехоте. Но после того, как их головной десантный корабль был потоплен огнем береговой артиллерии, атака сорвалась. Артиллерийский комплекс северокорейцев был произведен в Советском Союзе и назывался СМ-4. В то время существовали береговые артиллерийские комплексы, вот, например, СМ-4 известный. Правда, они были такие не самоходные, на мехтяге. Система управления была достаточно примитивная, ну, тех времен, естественно, так сказать, ламповая аппаратура и так далее. Но они существовали, они решали задачи свои. В конце 50-х годов почти все разработки артиллерийских систем в Советском Союзе были неожиданно свернуты. Стремительные успехи ученых в области ракетостроения создавали впечатление у руководства страны и лично у первого секретаря ЦК КПСС Хрущева, что ракетная техника совсем скоро полностью заменит как артиллерию, так и военную авиацию. Ну и, безусловно, здесь еще и был еще один аспект, потому что создание ракетной техники отнимало все мыслимые и немыслимые средства, значит, Министерства обороны. И понятно, и понятен приоритет, который уделялся в то время ракетному вооружению. И да, действительно, артиллерийская техника попала в некоторое такое забытие. Именно в эти годы специалисты конструкторского бюро «Титан» переключились на разработку самоходных ракетных комплексов. Уже в 1964 году на вооружение советской армии поступил первый ракетный комплекс оперативно-тактического назначения «Темп-С». В это же время начинается обсуждение смелой идеи о начале разработки самоходных комплексов для стратегических ракет. Инициатором этой идеи стал министр оборонной промышленности Дмитрий Федорович Устинов. Заручившись поддержкой Политбюро, он предложил заняться этой работой конструктором «Титана». Коллектив был боевой, имевший уже опыт разработки как артиллерийских систем, так и наземно-оборудованных ракетных комплексов. Мы к тому времени уже приняли участие в разработке первого межконтинентального стратегического ракетного комплекса мобильного базирования. Когда начались разработки мобильных комплексов для ядерных ракет, и завод «Баррикады», и конструкторское бюро «Титан» стали объектом повышенного внимания иностранных разведок. Вокруг завода ездили машины, значит, с соответствующими туристами, там, или даже в ранге дипломатическом. Они что-то слушали, что-то там замеряли. Ну, для конструктора это не тема. Конструктор всегда, наоборот, как бы себя чувствует под защитой тех, кто должен обеспечивать вместе с нами и помогать нам хранить эту, значит, государственную тайну. 28 августа 1968 года. Начальнику Волгоградского отделения КГБ. Секретно. Сегодня около 14:30 автобус с группой иностранных туристов из Великобритании после посещения Мамаева кургана резко изменил запланированный маршрут и якобы по причине небольшой поломки двигателя остановился в непосредственной близости от территории завода «Баррикады». Одним из туристов была предпринята попытка общения с рабочими завода и фотографирования заводского корпуса. Эта попытка была пресечена нашими оперативными работниками.
За всю полувековую историю ЦКБ «Титан» не было зафиксировано ни одного случая удачной вербовки сотрудников конструкторского бюро. По мнению Виктора Шурыгина, этот факт объясняется особой творческой и гражданской мотивацией, которая всегда была стержнем работы волгоградских конструкторов. Конструктор всегда раньше, безусловно, испытывал чувство гордости от того, что он приобщен вот к такому важному государственному делу. Виктор Шурыгин пришел в ЦКБ «Титан» в 1970 году. Тогда он был самым молодым специалистом по ракетной технике. Первым проектом, в котором он принял участие, стал оперативно-тактический комплекс «Точка». Комплекс исторический. Он заменил старый комплекс «Луна-М». И это был первый роботизированный комплекс, имеющий в своем составе вычислительные машины, где от одной кнопки, так сказать, выполнялись все остальные операции. Комплекс сегодня служит, сегодня еще есть точка, и есть точка У, которую мы модернизировали. 1972 год. Война во Вьетнаме продолжается уже 7 лет. Для повышения эффективности действий флота американское командование приняло решение об атаке вьетнамских позиций, которая закончилась провалом. Крейсеры «Бостон» и «Оклахома-Сити» попали под шквальный огонь вьетнамских береговых орудий советского производства и едва не пошли ко дну. Береговая артиллерия вновь продемонстрировала свою эффективность, а американцы после этого боя отказались от активных действий флота в прибрежной зоне. В это время в Советском Союзе произошло событие, серьезно повлиявшее на тактику ведения боевых действий на море. На вооружение советского флота вступил принципиально новый тип военной техники – экранопланы. Появление этих полусамолетов-полукораблей перевернуло представление о характере грядущих войн. «Каспийский монстр» — так окрестили зарубежные газеты первый советский экраноплан. Достаточно сказать, что скорость новой боевой машины в 4 раза превышала скорость самых быстроходных кораблей на воздушной подушке. Западные военные были в шоке и потребовали разработать аналогичное оружие. Понимая, что экранопланы скоро могут появиться у противника, наши конструкторы стали разрабатывать оружие противодействия. Но, по сути, мы напугали самих себя и переоценили способности западных ученых. Экранопланы за границей не появились до сих пор, зато мы стали обладателями уникального оружия для поражения высокоскоростных морских целей. В это же время... После десятилетнего перерыва в Советском Союзе возобновились работы по созданию новых артиллерийских систем. Во второй половине 70-х годов на волгоградском КБ «Титан» появился смелый проект создания новой артиллерийской системы. Одним из его разработчиков был Виктор Шурыгин. В основу была положена мобильная установка новейших тогда ракет «Тополь» и «Пионер». Будущий проект назвали «Берег». Многие вообще говоря, в том числе, кстати, и я, об артиллерии имели к тому времени, ну, вполне определенное понимание, но я бы сказал, не полное. Я закончил Московский авиационный институт, то есть по образованию своему я как бы ракетчик. Поэтому, конечно, были определенные сложности. Вот пришлось даже и поступить в аспирантуру при Ленинградском военно-механическом институте и закончить ее. Проект «Берег» предполагал принципиально новый конструкторский подход к развитию артиллерии. Непривычной казалась идея установить герметичную орудийную башню на платформе колесного тягача. К 80-му году техническая документация артиллерийской системы «Берег» была готова. Министр обороны Дмитрий Устинов проект сразу поддержал. «Берег» представлял из себя первый артиллерийский комплекс, где уже комплексировались вопросы управления с вопросами стрельбы. И в «Береге» реализуется принцип, как это говорится, нашел цель, прицелился, выстрелил и забыл. Шурыгин утверждал, что стрельба артиллерийских батарей может быть столь же эффективной, как и ракетные залпы. Но это возможно в случае корректировки огня батареи единым постом управления. Для этого он включил в состав комплекса машину с радиолокационным постом управления огнем. Создание первого опытного образца «Берега» на заводе «Баррикады» затянулось на 8 долгих лет. Шурыгин хотел, чтобы в его комплексе были использованы все новейшие достижения в области радиоэлектроники. И это не всегда находило понимание среди армейского руководства. Дополнительные трудности создавало то, что завод был загружен другой работой. Завод был тогда поглощен
заказом пусковых установок для ракетного комплекса средней дальности «Пионер», или, как прозвучало в прессе по натовской классификации, СС-20. Мы делали практически все наземное оборудование, это наша разработка, наше проектирование. И вот этот заказ, он просто перехлестывал возможности и завода, и опытного производства. Но в 1988 году опытный образец комплекса «Берег» был создан, и на полигоне недалеко от Феодосии начались государственные испытания, которые продолжались 4 года. К этому времени Виктор Шурыгин уже был назначен директором и генеральным конструктором ЦКБ «Титан». До последнего чертежа все это прошло через меня, и там даже так исторически есть мои подписи и так далее. 15 апреля 1992 года. Шантили, штат Вирджиния. Штаб-квартира НРУ. Директору космической разведки США. Конфиденциально. Считаю необходимым проанализировать серию фотоснимков, сделанных нашими разведывательными спутниками над территорией южного берега Крыма. Зафиксированы стрельбы артиллерийской батареи неизвестной классификации. Скорострельность орудий достигала 15 выстрелов в минуту. Считаю необходимым получить дополнительную информацию о неизвестном артиллерийском комплексе по каналам ЦРУ. Сегодня мы уже можем показать эту уникальную пленку, 10 лет пролежавшую под грифом «Секретно». Это первые испытательные стрельбы мобильного артиллерийского комплекса «Берег». 6 орудий и центральный пост выстроились на огневой позиции. Время боевого развертывания 15-20 минут. Руководил испытательными стрельбами полковник морской пехоты Игорь Сирацкий. Длительный промежуток времени комплекс отрабатывался, показал себя с самой лучшей стороны. Все требования, которые были к нему предъявлены, он выполнял только с хорошими и отличными результатами, даже больше с отличными результатами. В качестве мишени на испытаниях был использован списанный корабль, предназначенный к отправке на металлолом. Никто не ожидал, что после залпа «Берега» его обломки придется поднимать со дна моря. Орудия «Берега» стреляют обычными артиллерийскими снарядами 130-го калибра. Тем удивительнее для военных оказался результат первых же испытательных стрельб, когда новая береговая батарея всего за одну минуту уничтожила большой военный корабль. Раньше такой эффект был возможен только при ракетном залпе. Идея Шурыгина о применении ракетных технологий в артиллерии оправдалась с блеском. Лучшим показателем артиллерийской стрельбы считается попадание в цель каждого третьего снаряда. При залпе «Берега» в цель попадал каждый второй снаряд. Ну а вершиной было такое, я бы сказал, даже невероятное событие с точки зрения техники, когда прямым попаданием была поражена мишень, и не просто поражена, а, в общем-то, к неудовольствию хозяев этой мишени, она прекратила существование. Мы ее, значит, уничтожили. Высочайшая эффективность стрельбы «Берега» достигается именно за счет работы поста управления огнем, оснащенного радиолокационной станцией и лазерным дальномером. Эта машина делает боевую работу комплекса полностью автономной. Причем уничтожаться могут как морские, так и наземные цели. Он решает задачи как наземной артиллерии, так и береговой. Он способен решать задачи непосредственно по двум целям, способен задачи решать как по берегу, так и по морю одновременно. Вот. У него его тактические характеристики позволяют практически решить огневую задачу за промежуток времени, который не позволит кораблю противника уйти с точки прицеливания. Этот уникальный комплекс называют артиллерийским спецназом. В случае обнаружения в прибрежной зоне кораблей противника или угрозы высадки морского десанта, машины «Берега» на скорости 60 км в час выдвигаются на боевые позиции для обеспечения действий морской пехоты. На боевое развертывание батареи уходит не более 20 минут. После обнаружения противника компьютеры центрального поста моментально выдают каждому орудию координаты цели. Произведя залп, боевые машины немедленно меняют огневые позиции. Это артиллерийский комплекс. То есть он решает задачи комплексные, он решает задачи обнаружения цели, ее сопровождения, и затем стрельбе по этой цели, сводом корректировок, сводом поправок различного рода.
ну и так далее. Управление осуществляется по нескольким каналам разным, радиолокационному, оптическому, телевизионному, что делает его наиболее эффективным. Во время стрельбы ствол орудия раскаляется. Ударная волна на расстоянии до 30 метров сбивает человека с ног. Однако сами артиллеристы грохота выстрела почти не слышат. Там было применено специальное синтетическое покрытие типа пены. Оно оказало очень такой серьезный эффект поглощения как, во-первых, звукового воздействия, так и тепла наружного, потому что комплекс у нас эксплуатируется при температурном диапазоне плюс-минус 50 градусов. Само орудие находится в герметичном кожухе, и угарные газы после выстрела не попадают внутрь орудийной башни. Правый мотор зарядит. Первый канал готов к стрельбе. Первый канал стрельбовой, открыть огонь. В качестве боезаряда используется снаряд калибра 130 мм, широко применяемый на флоте. Данный боеприпас предназначен для поражения морских и береговых целей. При примерном попадании 10 таких снарядов в большой корабль, корабль будет уничтожен. Больше всего морские пехотинцы были удивлены тем, что в составе комплекса конструкторы впервые предусмотрели специальную машину боевого дежурства. Внутри этой машины находится оборудование для комфортного несения вахты, ранее знакомое только по западным фильмам. В машине обеспечения боевого дежурства, да, есть бытовая зона, но сегодня я вам скажу, откуда это все исходит. В первую очередь, это, конечно, безусловно, исходит из требований, которые к нам предъявляли ракетные войска стратегического назначения. В первой половине 90-х годов в странах Запада начались работы по созданию высокоточных артиллерийских комплексов. Но в этой области военных разработок зарубежные конструкторы оказались в роли догоняющих. Боевые действия антииракской коалиции 2003 года велись при поддержке обычных ствольных орудий. Их эффективность подтвердила незаменимость артиллерии в современной войне. Однако потери среди мирного населения еще раз доказали необходимость применения высокоточного артиллерийского оружия. Оружие, которое применяется по площадям, становится артиллерией, которая применяется как высокоточное оружие, с учетом того, что совершенствуются и боеприпасы, и совершенствуется сама артиллерия и система управления стрельбой артиллерии. Единственная страна, на вооружении которой сегодня стоит система высокоточной артиллерии, это Россия. Август 2003 года. Через 7 лет после подписания приказа, первый серийный комплекс «Берег» вошел в состав подразделений морской пехоты Новороссийской военно-морской базы. Мы очень надеемся, что это первая ласточка в перевооружении вооруженных сил, в перевооружении сил и средств военно-морского флота. И хотелось бы надеяться, что новой техники будет поступать с каждым годом все больше. Немало интересной информации об этом уникальном комплексе мы вынуждены были оставить за кадром. Режим секретности с берега еще не снят. За время создания комплекса «Берег» более 50 изобретений были запатентованы конструкторами ЦКБ «Титан». Это, конечно, отрадный факт. Вот сегодня уже моряки получили новое, эффективное и, главное, современное средство, которое позволяет им надежно смотреть будущее. Уже сегодня военными специалистами нескольких стран ведутся переговоры об экспортных поставках «Берега». Но в первую очередь этот уникальный комплекс будет работать на безопасность России. На первых порах десяток, конечно, комплексов – это минимум-миниморум необходимы. Морей-то сколько? И ведь сегодня речь не идет даже, скажем, о каких-то стратегических конфликтах. Ну, сколько споров, вот именно пограничных, сколько береговых споров, где-то шельф не поделили, где-то, значит, и прочее. Думаю, даже вот десяток – это немного для такой великой страны, с такими морскими границами. Виктор Шурыгин с иронией относится к тому факту, что понадобилось столько лет, чтобы его идеи были приняты всеми.
и долгожданное появление мобильного артиллерийского комплекса «Берег» на вооружении российского флота расценивается Виктором Александровичем и творческим коллективом «Титана» как возможность реализации новых конструкторских идей. Этот артиллерийский комплекс пока не с чем сравнивать. Ничего подобного в мире просто не существует. Остается только удивляться, что даже четверть века спустя «Берег» остается самым современным оружием. В ближайшее время состоятся первые учебно-боевые стрельбы нового комплекса. Место и время этих стрельб пока содержится в секрете. Но можно не сомневаться, что с первым залпом нового мобильного комплекса «Берег» начнется новая эпоха в истории мировой артиллерии.